Всем приветики! Я тут собралась вам показать нашу терраску. Вот. Мы в этой части дома с вами бываем очень редко, а точнее крайне редко. У меня теперь тут стоит сыроварня, пока она мне не нужна. Чтобы вы понимали, что это, где это. Нет, вы, наверное, все равно не поймете. В общем, сейчас. Здесь большая комната. Сашулька. Вот, и здесь маленькая комната. Сзади меня ниша, которую мы делали. И вот я сейчас сюда в коридор прохожу. Если идти прямо, то я иду к главному входу нашего дома, который у нас уже давно не используется. Потому что сначала сломалась лестница, а теперь мы будем ломать всю терраску. Все-таки я решила ломать ее, потому что вот этот склад барахла... Совершенно нефункциональное помещение, которое непонятно для чего. Вот. В общем, получается вот так как-то. Тут у нас залежи, просто залежи плитки. Угу. Мой бывший муж ее купил лет 6 назад, наверное, или уже даже, наверное, 7. Да, 7 лет назад он ее купил, когда я еще даже не приехала сюда. Вот, эта плитка здесь вот так вот похоронена. Да, слушаю, что случилось, что это такое? А, понятно, это... Ну, оно пропало. Видимо, мы про него забыли. Было когда-то. Забыли. Я говорю, терраска это жесть, конечно. Это вот от моей машины. Здесь чего только нету. Но, слава богу, в общем, не так уж и всего много. Хотя, может быть, мне только так кажется. Вот, банки под тушенку мы покупали. Сейчас я пока ее не делаю. Ну, а плитка, как я уже сказала, да, ждала его 7 лет, так и не дождалась. Очень много мы выкинули, в том числе раствора. Я не знаю, как это все называется. Это клей, наверное, плиточный. Ну, в общем, все это было выброшено уже тоже, потому что истек срок годности. Столько эти вещи не хранятся. Жалко, конечно, что говорить, столько денег было выброшено. Но теперь, надеюсь, все будет по-хорошему, по-нормальному. Че, гулять хочешь, а? Собаки? Аж ноги трясутся. Сейчас. Видите? Так, ты сюда складываешь и туда складываешь, да? Если вы скажете, я могу на одной стороне. Да мне вывозить, выезжать надо все равно. Сейчас, ладно. Главное, не накладывать друг на друга. Все. Пока так. Воу-воу-воу. Ох уж эти велики. Так, ну все, вот таким образом мы сейчас поступаем. Все вытаскиваем. Все вывозим. Интересно, что будет, когда я приеду. Я вчера уже купила бойлер для кухни летней. Хочу показать, где он есть. А, вот он. Вот, здесь будет у нас канализация и горячая вода. Все будет. Очень красиво даже. Бойлер на 50 литров. Артур, покажешь, куда ты хочешь его вешать? Покажи, пожалуйста. Тяжелый? Да, 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 я так себе и представляла. Да, да. Вообще идеально. Пойдет? Да, да, прям идеально. Поближе туда. Видишь, у него короткий провод. Тихонько. Так. Это наш будущий стол лежит вот здесь. Вот Артур будет делать мне стол сам. Здесь у нас свет уже есть. Да, электричество. А вот наша канализация и наша труба под воду. Здесь еще будет посудомойка стоять. Вот, когда переезжаем-то? На днях. На днях, да, точно. Вот они, фонарики, которые я покупала в Тамбове. По-моему, очень симпатично. О, вы уже почти докрасили потолок. Почти. Классно, классно, отлично. Суперски.
Все, едем. Как вы, наверное, уже заметили, я уезжаю из дома достаточно часто, но ненадолго. Всегда очень быстро стараюсь вернуться. Из-за этого, конечно, приходится по несколько раз ездить в город. Но что поделать, грудной ребенок, тем не менее, и куча маленьких детей, за которыми глаз да глаз. И сейчас помощница вливается в наш дружный большой коллектив. Вот, все равно мне, конечно, ну, беспокойно, как, чего там. Женечка с Лешей помогают. Вот, а я... Хочешь не хочешь, надо ехать маникюр делать, потому что уже отросло все это некрасиво и ломаться начало. Я вообще с длинными ногтями не хожу, а тут такие ногтища выросли. Вот записалась. Сейчас поеду, значит, сделаю маникюр. И потом у меня еще заезд там в одно местечко по машине. И плюс вечером у меня поездка с Настей к врачу. Мы сдавали с ней анализ, а сегодня прием у врача. Вот, так что поедем вместе со мной. Вот, приедем, посмотрим, какие будут изменения за то время, пока я отсутствую дома. Вот, я, кстати, сегодня очень рано встала, все приготовила, и завтрак, и обед, и убралась, и даже детей завтраком успела покормить. Так что я сегодня большой герой, что после бессонной ночи еще такая бодрая, веселая оптимистка. Берите пример с меня, я могу, и вы сможете. Все, давайте, поехали дальше. Я приехала опять к Саше. Мы будем доделывать вот этот бок. Две детали у нас под покраску. Здесь две части царапинки, которые уже даже и не видно. Но, в общем, все равно. Дозаклеим и буду я кататься спокойно. А Саша вот выкатил очередную красивую-красивую машину. Что он с ней только не делал, я в сторис смотрела. Это называется фотосессия. Вот так работают блогеры. Вся жизнь на камеру. Нет, ну для Саши это еще, конечно, и визитная карточка, потому что он показывает всю свою работу. Вот, я так понимаю, ты ее не клеил, да? Ты ее чистил просто, да? А, твердый воск, химчистка салона, все круто. Такая рыжая лисичка. Даже моя вон запылилась, говорю, не видно, даже царапин-то стало. Может, и так сойдет, да? Я вызвала такси, сейчас жду. Вау, классно. Видите, какой фирменный знак у машины. Только у вас в перевернутом виде, по-моему. Вот так специально сниму для вас. Деталинг, Мичуринск, Куба. Детейлинг. Ну ладно, детейлинг, ладно, не умею выговаривать. Подожди, Саша, а это кто? Это вообще, как она точно называется, модель-то эта? А, Веста, Кросс, точно. Я на Весте сдавала экзамен по вождению. Я примчалась на маникюр. Делаю его, наверное, раз в 3 недели. Ну, может быть, не знаю, может, чуть-чуть почаще. И он мне уже начинает надоедать, мешать. Сегодня будет другой цвет. Хочу более светлый. Вот, какой-нибудь пастельный. И ножки тоже решила сделать, потому что у меня там педикюр и тоже отрастает уже заодно все сразу. Здесь мастер очень хорошо делает, очень быстро. Поэтому за пару часиков я управлюсь и поеду, скорее всего, уже домой. Пока у меня ножки отмокают. Очень люблю влажный маникюр, когда они на сухую делают, а вот именно вот так вот. Когда ножки отмокнувшие, тогда могут все это потом почистить, все удалить. Ну вот, все ненужное. Сейчас тебя включишь, ты пойдешь.
Неожиданно, да? Я тоже не ожидала, что я пойду краситься. Я хотела сделать только маникюр и педикюр. А сама решила, думаю, а почему бы мне не покрасить волосы? Потому что я уже давно отросла, седые волосы. И светлый цвет волос чуть-чуть поднадоел, особенно желтизна. Вот. А покрасилась в свой натуральный, какая я и была. Ну, чуть-чуть, может быть, он потемнее, чем мой. И мне сказали, 2-3 мойки головы, и будет посветлее. В общем, вот она я, обновленная. Пишите в комментариях, как вам больше нравится на мне. Мне нравится все, что новенькое. Новенькое сейчас я такая. И мне это нравится. Очень устала, не знаю почему. Хотя нет, знаю. Все-таки много уже дел было переделано с утра. И расслабилась тут. И хочется спать. И борьба со сном в течение 2,5 часов. Мастера молодцы. Стараются, быстро все делали. Мне даже одновременно делали маникюр и краску волос. Это меня устроило более чем. Так что все классно. Это наш. Я поняла. Это что, мой дом? Разбираем? Тихонечко надо. А-а-а, ужас какой. Ужас какой, дом разбирают. Даже не верится. С камерами? С камерами. Ну, по-любому надо. Ну, давай их туда вон куда-нибудь пришпилим, где пока вот это вот. Мне Сурен обещал с этим мужиком поговорить. Он не звонил ему. Не будет же она меня мешать во время стройки, нет? Нет, если там будет, да. Конечно, нет. Просто он ее будет. Пускай направит, вот на этой же стене, только повыше и направит сюда. Мама, тут будет двойная комната, да? Да. Скажи. Ну или давай я позвоню. Просто он поймет. Так, вот так у нас теперь на летней кухне. Вау! Классненько, да? Такой вот стол. Круто, да? Утеплитель, да.